Всем привет! 7 июня на турецком телевидении состоится премьера новой 15-й серии турецкого сериала «Меня зовут Фарах». Ранее мы увидели, как Мехмет и Тихари становится известно о том, что на машину Фарах и Бадье было совершено нападение. Их доставили в больницу, и Тахир сразу же отправился к Фарах. Сама же Фарах пребывает в шоке от того, что ей пришлось пережить. Бадье получила серьезные травмы, и ее сразу же доставили в реанимацию для того, чтобы провести экстренную операцию. Тахир намерен выяснить, кто именно совершил нападение, а Фарах всеми силами старается усмирить его гнев, что ей удается совсем непросто. Фарах пытается переключить Тахира на тот план, согласно которому они собираются действовать дальше вместе с Мехметом и Бадье. Только Тахир сейчас думает только про Али Галипа, и он намерен воплотить в реальность свои собственные планы. В этот момент Али Галип вместе с Зарханом надеется на то, что им удастся заключить довольно крепкую сделку. А затем они планируют на некоторое время залечь на дно. Только они не подозревают о том, что про их планы уже известно одной команде, которая собирается действовать против них. Фарах никак не может дождаться того дня, как они вместе с Тахиром и Керимшахом отправятся на встречу новой жизни. Но вот только ее очень сильно настораживает молчание Тахира. Приближается день свадьбы Гельнуль и Каана, но только он для многих может обернуться самыми непредвиденными последствиями. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и не забудьте подписаться.